Ну а сейчас возвращаемся на космодром Байконур, откуда в эти минуты стартуют ракеты «Протон-М» с тремя спутниками «ГЛОНАСС». Прямая трансляция подготовлена совместно со студией «Роскосмоса». Космический корабль выведет на орбиту три спутника российской навигационной системы «ГЛОНАСС». По плану это произойдет примерно через 4 часа после старта. И вот старт. Но что-то, кажется, идет не так. Что-то не так. Кажется, это будет катастрофа. И вот ракета направляется к Земле и распадается в воздухе. И взрыв. Итак, прямо в прямом эфире состоялся неудачный запуск ракеты «Протон-М» с тремя спутниками российской навигационной системы «ГЛОНАСС» на борту. В воздух вбиваются клубы черного дыма.